В Енисейске устраняют последствия снегопада. Теплый декабрь стал настоящим испытанием для города. Осадки там не прекращались несколько последних дней. По словам синоптиков, сейчас снежного покрова на 10-15 сантиметров больше, чем в аналогичный период прошлого года. Ну и судя по прогнозам, в ближайшее время погода существенно не изменится. На улице города уже вывели всю снегоуборочную технику, но пока освободить от завалов удается только центральные части. Окраины, особенно частный сектор, продолжает утопать в сугробах. Проблем добавляет и то, что снег там складируют прямо на обочинах. В результате и без того узкие улицы становятся просто непроезжими для автомобилей, тем более автобусов. Проблем у шоферов быть не должно. Вот так вот. У шоферов, у спецмашин, вот, скорых. Ну вот еще грейдеры, хорошо, что вот остановка вот здесь вот. Не остановка, а пешеходный переход. Вот они еще чистят, но вот здесь вот им трудно проехать. Мама иногда выскакивает, просит, чтобы, ну как водитель, чистил. На сегодняшний день улицы города Енисейска содержатся на и финансируются на 40% от нормативной потребности. Это средства выделяются из краевого бюджета. Если есть возможность, то частному сектору тоже необходимо было бы вывозить. За счет бюджетных средств это не сделаешь, нет такой финансовой возможности.